в натуральному молоці не може бути цукру і солі. Соли и сахара являются природными компонентами молока. Они образуются в специальных клетках молочных желез, у млекопитающих из крови и плазмы. Наиболее известным молочным сахаром есть лактоза. Также в молоке присутствуют глюкоза и галактоза. Молочные сахара являются ценным источником энергии и питания. В молоке присутствуют соли кальция, магния, натрия, калия и железа. Они оказывают влияние на все ткани организма, участвуют в формировании костей и поддержании осмотического давления крови. Соли и сахара молока наряду с другими основными компонентами обуславливают высокую пищевую и биологическую ценность молочных продуктов.